знаете, даже несколько завидно. Вот что за красота, а? У нас в столицах не всегда такие погоды летом стоят, как на юге. Краснодар, желто-зеленые цвета Кубани. И стадион с одноименным названием готов принимать первый тур нового сезона лучшей лиги мира в Краснодаре, Кубань и Енисей. Владимир Москалев сейчас готовится дать стартовый свисток к началу матча МЛБ первой лиги. Первый тур, сезон 23-24, Кубань-Енисей. Передохнули немножко и за дело. Енисей, удар, штанга! Ай, красота какая! Вот начинает, это кажется, кто пробил-то? Марков показывает, но это не он был. Мне кажется, Раздорский, 12 номер, наносил удары. Это здорово было, это было здорово. Ломакин, Иванов, это, конечно, оплотище Енисея. Давно играет. Еще удар дальний и залетает мяч. Ворота, Енисей открывает счет. 17-я минута. Рикошет был. Кого поздравляют, будем сейчас ждать. Ждать, ждать. Не хочу торопиться. Хочу вот этот момент безошибочно отработать. А мне кажется, Орлова поздравляют. Антона Орлова поздравляют с дебютным мячом в дебютном матче. Но не отмечает особо экс-футболист Кубани, кстати. Антон Орлов, новичок, вот это дебют, 17-я минута, 1-0, Енисей в гостях. Бровки теперь уже не штрафной, угловой, давайте посмотрим корнер, как с этим дело у Кубани обстоит. Подача, воздух и спасение Ставера. Да, вот Махатадзе, Таказов, красавец, как вылетел. Не удержали, там Бардыбахин должен был, да, следить. Переломанные, едва ли не на одной ноге играющие. Ломакин вообще не сыграл, у Иванова были. И момент у Кубани, забивает и забивает Кубань. И забивает Гарик Левин, ничего себе, 47-я минута. Ай да новичок, ай да. Повтор Махатадзе. Вот здесь Стишко подарил, ну подарил, да, Левину. Но исполнить надо было еще. И он попал так, как нужно. Вот тут, да. До Лаука мяч не дошел. Стишко преграждал. Именно, чтобы до Лаука передача Махатадзе не добралась. Но тут, как тут оказался Левин. А где же подстраховочка? Удар! Нестеренко! Человек-паук! Краснодарский, кубанский сейчас повтор будет. Красота неземная. Ломакин зрячий. Это он умеет, Саша. Поднятая вверх левая рука. Это комбинация и в дальний угол. Потрясающе Стишко попадает затылком. Лбом чем? Какая разница? 2-1. Подача с правой на угол вратарской. И в дальний угол, мне кажется, затылком, да. По наитию. За спину Нестеренко. Где Юрий был? Тут важно... Ну нет, нет, боком так. Боком головы пробил. Не углом, а боком. Все, ничего не добавил Москалев. Это финальные свистки. Уступает, уступает Кубань. Дома Енисею, Стишко и Иванов, авторы голевой комбинации. Подача с угла поля.